Дитячее офтальмологичное отделение Гомельской областной специализованной клиничной больницы. На лечение сюда накировывают маленьких пациентов из всей области. Зараз тут находится 33 дитяти. А малюсим доведется сустроить Новый год в больничных палатах. Миновито тому волонтеры Гомельского медицинского колледжа вырашили организовать свято прямо тут. Проведение ранешнику стало махчимым, дякуючи допомозе Белорусского союза женщин и Белорусского товариства Червоного крыжа. Наша жизнь состоит из традиции. У нас в областной организации Белорусского союза женщин есть такая традиция в преддверии Нового года приезжать в детское офтальмологическое отделение Гомельской областной клинической больницы, чтобы поздравить маленьких пациентов с Новым годом. Потому что, как вы сами понимаете, дети остаются здесь на Новый год, им хочется праздника. История сябровства четырех установ и громадских организаций началась шмат годов тому. И Новый год уже давно перестал быть одной подставой для совместных доброчинных акций. На этот же раз встреча стала часткой масштабного проекта «Чистого сердца 2». Он накированы на оказание допомоги и подтримки детям-инвалидам и молодым инвалидам. До речи, в этом отделении лечение проходят дети из острыми патологиями, причиной яких стали травмы, запаленшие процессы и природженные отхиления. Более 7 лет приезжают учащиеся и руководство медицинского колледжа, и представители Союза женщин с их руководства, и поздравляют наших детей с праздником, тех детей, которые остаются на Новый год. И, конечно, мы очень благодарны и дети, и родители им за это. Волонтерский отряд медицинского колледжа «Старфал» на вачах у детей увасобился правдный цуд. Маленькие глядачи убачили историю про новогодние сюрпризы и пригоды африканской малпы у холодной и снежной Беларуси. Мы занимаемся досугом молодежи, учащихся, организовываем различные мероприятия для детей. Также вот на Новый год поздравляем детей в различных учреждениях здравоохранения. От детей поступает масса улыбок, таких приятных впечатлений. И, ну, когда даришь добро, и добро это возвращается, это очень приятные эмоции. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».